Как легко почистить стиральную машину своими руками. Ингредиенты. 2 чайные ложки уксуса 70% эссенции и еще 1/4 стакана для очистки барабана. 1/4 стакана пищевой соды, которую вы применяете для выпечки. 1/4 стакана воды 100-граммового. Обычная губка для мытья посуды. Способ применения. Смешайте воду и пищевую соду в отдельном контейнере и залейте это 2 ложками уксусной эссенции. Вылейте смесь пищевой соды, воды и уксуса в отсек для стирального порошка и добавьте 1/4 стакана уксуса в барабан. Запустите стиральную машину в режиме стирки. Выберите самую высокую температуру из возможных степеней. Остальное она все сделает сама. После того, как программа будет завершена, с помощью обычной губки удалите оставшуюся влагу и грязь с крышки уплотнителя. Промойте чистой водой. Для получения лучших результатов стирки мы рекомендуем очищать так стиральную машину 1 раз в месяц. Таким образом, вы будете уверены, что машинка не сломается от накипи и будет служить вам дольше. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!